Приехал к одному интересному урочищу, называется Босяцкий, на карте Белгорода. Непроходимое, находится на трассе Северо-Восточный обход, Белгородская объездная дорога по улице Студенческой. Вот тут есть овраги, молодые деревца посажены, спахано. Движение оживленное машин, поэтому снимаю как бы с другой стороны на подходе. Вот оно густое все. Сейчас немножко проедем. Вот сам тротуарчик для велосипеда по этому обходу. Рядом аэропорт Белгорода. Оно тянется полосой такое, вот густое. Сейчас весна, тепло. На улице выше 20 градусов. Немного поснимаем весеннюю природу и поедем потихоньку к Монастырскому лесу.